английский язык вообще для поэзии не предназначен. То есть у них... Ну, не очень получается, и нету известных поэтов английских как таковых, не считая Уильяма нашего Шекспира. И вот однажды в истории человечества оказался такой неизвестный поэт, его работы были опубликованы только после его смерти. Хозяин помещения, которое он арендовал, обнаружил его рукописи, и перед тем, как кинуть их в очаг, он заинтересовался, прочел, удивился, отнес к издателю, и человечеству стали известны эти произведения. Сейчас я пытаюсь вспомнить, он очень простой, один из самых легких стишочков есть. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. What immortal cancer I craved your fearful symmetry. In what distant, in what heart... Ну все, я забыл. В общем, это очень простой, очень короткий был стишочек. Практически детский, можно сказать. Но стихотворение у него есть, удивительно, очень сильно, очень советую почитать. Кто не читал, смотрите Уильяма Блейка. Спасибо.